Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Demon's Souls. В предыдущей серии мы убили паука, огромного противного паука, раздавили его натурально с первой попытки, хотя там, конечно, под конец уже было довольно-таки опасно. Но, тем не менее, после этого я, как и говорил, я потратил души, а их оказалось не так много, как я думал. Ну, я не трачу души демонов убитых, поэтому... Потому что я думаю, что с помощью них как-то потом можно будет оружие прокачать. Не уверен, конечно, пока что не знаю. Но не трачу, чувствую, что вещи нужны. За них можно получить много душ, но я их не трачу. Вот эти вот всякие непонятные души, которые я нашел, я их потратил на, собственно, использовал. В результате персонажа прокачал 2. Выносливость. Так, и у нас в итоге уже... Так, где уровень пишется? Уже 29 уровень. И Endurance у нас теперь 18. То есть вполне себе неплохо. В целом вообще персонаж очень так неплохо развит. Надо будет Dexterity, сказали, до 24 прокачать. Это необходимый минимум там для всяких луков. Hello, I'm keeping... А у меня сколько, кстати говоря, я не помню. Так, ладно. Тут все оставляем. Тут, в принципе, ничего, больно-то карман не тянет. Тут это все мы сейчас сложим сюда, чтобы не отягощало нам карман. Все равно при прокачке это можно, короче, даже отсюда не вытаскивать. Все равно у кузнецов учитывается, что оно у нас... Так... Все, правильно я делаю? Мне что-то показалось, что я наоборот высовываю. Короче, камней кучу набрал я на этой локации, но это не удивительно, это все-таки шахтерский городок был. Так, вот эти две вещи мы оставляем, хотя я думаю, все-таки с бастардом придется остаться. Не знаю, посмотрим. Ну и сейчас мы идем на локацию 2-2, что ли? Локация 2-2. Я не знаю, как там у нас будет со сложностью. Но персонаж, конечно, маленько посильнее стал, но все равно. Туннельный город. Давайте посмотрим, что у нас здесь. По уровню ли нам сюда. Как вы помните, через одну серию назад, в позапрошлой серии, мы зашли на уровень 3-2, и там было достаточно сложно. А что же будет здесь, пока что сказать не могу. Так, я оттуда пришел, по-моему, да? Да, там подъем наверх к предыдущему уровню. Тут был босс. Паутина. Ох, ненавижу пауков. Давайте двигаться дальше, смотреть, разбираться, что у нас здесь. Здесь у нас все те же рудокопы непонятные. Так, давай иди сюда. Я не хочу вперед пробегать, потому что там саламандра, неохота ее беспокоить. Блин, у вас сновидением, конечно, офигеть просто. От вас не увернешься. Ты живой еще, что ли? Это что такое? Что за хрень? Ладно, саламандра убежала, короче говоря. Ты можешь призывать здесь. Ой, блин, я же, кстати, забыл убиться. Давайте-ка мы пойдем в Nexus, да быстренько там скинемся с горы, да убьемся, чтобы тенденцию не рушить. А то я опять забываю. Я забываю, что после каждого убийства врага, то есть босса, у нас персонаж возрождается. Это плохо. Вообще это для игры хорошо, но для нас плохо, потому что мы стараемся не нарушать тенденцию мира, иначе у нас все пойдет прахом. Поэтому давайте-ка мы быстренько поднимемся вот сюда. Бегом, бегом, бегом. По-новому придется одного персонажа убить, но это не страшно. Подумаешь, один персонаж. Так, сюда, хорош. Побежали. Пощель, пощель. Так. И вот отсюда так. Нормально. Так, ладно. И теперь идем обратно туда. В принципе, я могу сказать, что достаточно серьезный там скачок уровня, потому что вот эти рудокопы, которые там были, они уже не так просто убиваются, как на начальных этапах этой локации.
То есть даже после бэкстеба они стоят. И при том, что я их еще до этого лупанул по морде мечом два раза мощным. Как бы это все не стало большой проблемой. Но пока же справляемся. Давай сюда. А, давай. А, все забываю, что этот меч парировать не умеет. Ой, щит вернее. А рубят они больно. Офигеть. И как мне с тобой драться в итоге? Если только бэкстебами. Что это такое? Понял. Офигеть. И хрен отпрыгнешь ведь? Ну, то есть, был бы я побыстрее, я бы отпрыгнул. Ой, блин, еще одна такая идет. Побыстрее был бы я бы отпрыгнул, но не с моей скоростью. Так, что у нас здесь? Здесь куча рудокопов. А там взрывчатка. Допустим. Ой, она... Так, тихо, ладно. Ну-ка. Блин, я испугался. Как увидел, что она сюда едет. Так, ладно, в эту сторону пойдем. Короче, мы налево пошли. Там еще направо дорога была. Ага. Ты один тут такой? Что ты ржешь-то? Блин. Скорострельный попался. Так, ладно. Фулл Мунграсс, это тоже хорошо. Попрошайка очередной. Что ж вас так много тут, да? Меня прям натурально раздражать начинаете. На одно полезное сообщение приходится 10 бесполезных. Так, это у нас спуск вниз, что ли? Давайте сюда посмотрим сначала, что тут у нас такое. Это что вообще такое? Какие-то окаменелости. О, да, с этим оружием тут будет, конечно, прикольно драться. Особенно с этими уродцами. Так, подожди, тихо. Да, блин, офигеешь. Я еще живой, что ли? Да, рановато я сюда пришел. Но пока что жить можно, поэтому идем дальше вперед. Не сказать, что прям дикий такой уже попоразрывач. Но неприятно, да. Так, ну там у нас, похоже... Куда это ведет вообще? Bloodstain. О-о-о. О, ребят. Слабо следующего врага его голова. Используй магию на следующих врагах. Ладно. Где следующие враги? Нет врагов? Ой! Твою. Ага. Ты неподвижный, то есть, да? Ха-ха. Ну ладно. О, так долго будет. А в рот попадаешь, сразу смотри, как сносит. Бронированный. О, хорошо. Неприятные твари.
Но не сказать, что прям смертельные. Справиться можно. Так, там у нас саламандра. Ой, блин, за того хрен угонишься. Я по незнакомой территории так не пойду. Так, там у нас тоже что-то блестело. Нам, похоже, в эту сторону нужно идти. И нам посмотреть, что там за лифт был. А, ну я... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Давай. Хорош. Если прям в пасть попадаешь, то с двух выстрелов. Это приятно. Короче, судя по всему, локация достаточно сложная, поэтому я думаю, мы сейчас погибнем, мы успеем и лифт посмотреть. А мне почему-то кажется, что мы тут надолго. Посмотрим. Осколок. Еще осколок. Опасайся падения. Спасибо, Кэп. Куда бы мы без тебя? Кэп не дремлет. Прикольно, вот как-то, блин, одна из тех игр, которой музыка вообще не нужна. То есть без музыки как-то такая вот своеобразная атмосфера создается, что просто офигеть. Вот этим вот эмбиентом. Тупик. Тупик. Ладно, что-то там внизу. По-любому, похоже. А вон там, смотри, что-то есть. Этот тупик, похоже, специально создан, чтобы мы могли увидеть, что, блин, да обходи ты, что там можно спрыгнуть. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, вот тут. Хорош, что это такое? Грейстоун. Ой, это что такое? Так, тихонько. Конечно, по-моему, глупо, что в душевной форме вообще не слышно никаких звуков. На мой взгляд, лучше бы оставили. Ну, ладно, не будем придираться. Это что там такое? Кто это такой с копьем? Так, ну мне похоже прямиком к ним остается прыгать. Если продолжишь пытаться, то сможешь продвинуться дальше, написано. Видимо, тут не с первого раза у людей получается. Так, как ты умер? Давай покажи. Пошел. Не решился. Прыгнул. Пошел. Блин, где ты там? Похоже, он просто убился, да? Так, ладно. А нам вот сюда, наверное, надо, да? Кто такой? Что ему надо? Вот это самое меня больше беспокоит. Что это за хрень вообще такая? Блин, эти стрелы, конечно. Я так и знал, что не получится. Еще бы автонаведение работало. Было бы вообще прекрасно. Блин, не могу ниже прицелиться. Да что ж за незадача-то такая? Что ж непруха-то такая сегодня? Героя. Что здесь? Какая-то типа улитка, что ли, я не знаю. Что это такое? Ой, улитки, я говорю, гусеница. Или жук какой-то. Или тля какая-то. Так, я не падаю, я сейчас в дерево зацеплюсь, нет? Ну да. Да, ёлы, тут-то я как зацепился. А теперь в это, да ёлки-палки. Оп! По 15. Ну да. Я даже не прошибаю. А я вообще пофигу на меня. То с такой же.
Так, дружок, может хоть с тобой как-то? Ой-ой-ой, только не ты. Нехорошее место для тебя тут. Так, теперь. Блин, переключись ты, переключись. Ах. Этот лук меня расстраивает сегодня. Да давай уже. Фу, ладно, хорошо. Допустим, допустим. Я вообще не знаю, куда иду. Я уже потерялся, и назад пути нет. Я откуда-то сверху спрыгнул. Все у нас будет хорошо. Блин, давай бери ты, ёлы-палы. Почему он не хочет брать? Да бери ты ее. Не, не хочет. А вот. Похоже, надо у основания тела брать, понятно. Так, у нас есть дорога туда, там куча этих мелких тварей. У нас есть дорога к этому копейщику. Я хочу с копейщиком познакомиться. Кто он, что он, что ему надо. Ты мирный или враждебный вообще? На него не наводится, похоже, он мирный. О, ты не сумасшедший, как остальные, верно? Какие мы с тобой компаньоны. Приятно познакомиться. Зови меня Патчем. Видишь это сокровище? Иди возьми. Мой подарок тебе. Просто показать, что мы друзья. Я так рад тебя увидеть. Эти имбецилы с ума тебя сведут. Я думаю... Смотри, какой носатый. Я думаю, что это ловушка, да? Патчес. Ты Заплаткин, что ли, какой-то? Ой, говорит, извини. Просто не твой день. Как и обещал, сокровище твое. Если ты выживешь. Удачи. Ох ты, скотина. Так, еще одна дубина. Ой, кто-то мне ответит. И убежал. Где он? Так, что-то вообще тишина какая-то. Что-то он застрял, что ли, где-то наверху? Не знаю. Так, ладно, куда-то мы идем. Через всякие подлянки. Вот, а там, смотри, что лежит. Через прочие невзгоды. Но мы, собака, двигаемся все равно вперед. И хрен нам кто что против скажет. Так, мелочь пузатая. Я не думаю, что мне с тобой прям обязательно драться, но за тобой такая хорошая вещичка там лежит. О, понятно. Бить мне тебя придется полчаса такими темпами. Блин, ведь хрен обойдешь. Ну давайте пока сюда пойдем. Что-то тут так много развилок, что у меня глаза разбегаются натурально. Ну, допустим. Там саламандра еще одна. Тут где-то ништяк лежит у нас. Вот тут вот. Глаз эфемерный. Блин, вон туда надо было прыгать. Я смогу подняться? Сомневаюсь, честно говоря. Ах, ушла. Далеко собралась? Давай, иди. Отлично. Ой. Ой. И это что еще за хрень?
тоже непробиваемый, да? Ну, можно сказать, что непробиваемая. На тебя запаришься стрелу тратить. Но ты вроде какая-то не особо агрессивная. Блин, куда я иду вообще? Я натурально запутался уже. Что-то все ниже и ниже, и ниже к этой лаве. Только не говорите мне, что по этой лаве потом придется бегать, как в Дарке. Уйди, пожалуйста. Уйди. Давай. Блин, об него меч, я думаю, затупится минут через 5 такой игры. То я там еще слышу попрошайки. Ой, блин. Давай, дружок, давай. Хорош. Есть чего? Блин, отстань от меня, пожалуйста. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Быстрее вон туда. Там у нас явно спасение. Фу, так. Вроде поспокойнее. Я не думаю, что там босс. Хотя, вполне может быть, мы уже достаточно глубоко забрались в эту территорию. Так, уважаемый. Готов. Готов. Отлично. Блин. Все забываю, что к основанию нужно подходить и оттуда подбирать вещи, а не там, где пасть лежит. Так, ладно. Блин, неприятное место. Враги просто, не сказать, что сложные, но они, блин, непробиваемые натурально. Подлечимся на всякий пожарный. Прошайки, мать вашу, за ногу, за руку. Я в форме души так долго. Я тоже. Давай мы тебе плюс поставим. Окей. Хорошо. Так. Что у нас тут? Блестяшка. Надеюсь, это не заманух какая-нибудь. Блестяшки, это хорошо. Ну, души, в принципе, тоже неплохо. Блин, конечно, меч в таких коридорах это не самое подходящее оружие. Что уж тут говорить. Так, туда. Понятно. Сюда. Сами знаете, да, что напоминает эта локация? Натурально дорога к Грейвлорду Нита. Прям один в один, по ощущениям. Бладстейн. Так, кто-то тут может убить. Вон он за... Ох, твою дивизию. Ты посмотри. По 15. Офигеть. И сколько мне тебя долбить так? Аккуратно. Так, а там обход вроде был. Может, я его через обход смогу просто обойти? Потому что он явно не стоит тех затраченных на его убийство. Ты смотри, похоже, правда. Ну-ка, а спокнется. Да та же самая фигня. Так, прошайка, блин, вот не на тебя сейчас. Это что такое? Взрывчатка, небось, да? Ну, то есть не взрывчатка, но вы поняли. Помни, что помни.
На нее наводка не работает. Еще одна такая же. Да как же вы меня достали-то, ёлы-палы. Кругом их трупики окаменелые. Натурально камнееды какие-то, да? С фантазией разработчиков все окейшно. Так. Только не говорите, что мы сюда только за этим ходили. Что это вообще такое? Что за гайденс? Он что, направляет нас как-то, что ли? Где он? А вот. Ну-ка. А, понятно. Это показывает, если ты запутался, чтобы видно было, что ты тут был. Понял. Она, интересно, надолго ее хватает, нет? Шо? Так, как ты умер тут? Спустился. И огреб от кого-то. А как туда попасть? Так, ну я тоже спустился, но вроде как пока не огребаю. Подожди, а не было ли я тут, а? Налево? А справа что? А справа Bloodstain. Ну, раз сказали налево идти, конечно же, я направо пойду, да? Опасайся лавы спереди. Спасибо, Кэп. О, ребята. Ребята. Нафиг, нафиг. Так, понятно. Блин, там кого только нет. Полный набор. Сокровище спереди. И все, что ли? О, вот это, наверное, мне сейчас нужно. Ну-ка. Не зря пошел. Так, урон, конечно, поменьше, но, по крайней мере, у него рубящие и колющие атаки. Скорость повыше. Неплохая вещь, но это для средних классов. Я же больше играю тяжелым. Поэтому мне не сказать, что сильно он нужен. Драконий меч. Почему он драконий? Чего он добавляет? Ничего он не добавляет. Просто название красивое. Давайте тогда обратно переключимся. Или может нам переключиться на дубину? Потому что враги-то вон сами видите какие. Нам, похоже, сюда нужно идти, я так понимаю. Блин, сколько еще всего сзади осталось? Это же офигеть. Лифт этот, наверху там ходы какие-то. Ой, отвяжись, пожалуйста. Давай. Долго придется долбить, похоже. Слишком долго придется долбить. Так, что мы тут видим? Жизнь надо восполнить, кстати. Ох, я сейчас нарвусь, похоже. Куда я иду вообще? Как я вот эти штуки возьму? Тут по-любому кольцо какое-то есть, защищающее. Ой, блин, да не падай ты, буду. Обалдеть. Мне хана, похоже, да? Так, стоп. Так, пусть успокоится сначала. Все, отстали. Одна под землю ушла. Там был какой-то ништяк, я сейчас за... Ой, блин, я могу не вернуться. Давай, по-быстрому.
Я не знаю, что я взял, но я взял. О, смотри. Как раз они успокоятся. Куда я попал, офигеть? Там очередная эта хрень. Опасайся лавы спереди. Это похоже отсюда, если бы я пришел. Да? Блин, я натурально в этих лабиринтах запутался уже. Куда я иду, ёлы-палы? Что-то знакомое место, по-моему, нет? И чё? Где это я? Офигеть. Просто натурально наугад куда-то попадаю. Так, ну тут я спрыгнуть-то не смогу, я убьюсь. Я так понимаю. С такой-то высоты. Да, стопудово убьюсь. Фу, так, лестницы никакой нет, точно. Блин. Тупик, короче говоря. Но место вроде правильное. Вроде бы. Блин, я уже ни в чем не уверен. Локация мне нравится, она крутая, но, блин, я просто запутался в ней уже, я не понимаю, куда я иду. Вот мне сейчас дай просто вот натурально... Дорогу, скажи, найди назад. Я не найду. Ни в какую. Так, там у нас бабайка злой. Тут у нас Bloodstain. И еще один злой бабайка, да? Попницей к нам стоит. Ну и пусть себе стоит. Так, а мы пойдем туда. Возможно, там можно будет как-то... Оббежать его, что ли? Тут вообще ништяк просто лежит. Тут сразу две саламандры было. Ну ладно. Хрен бы с ними, с этими саламандрами. Они ничего такого прям уж уникального не дают. Назревает вопрос, куда идти? Я думаю, нужно вернуться, там у нас еще один проход был, пойти туда. Потому что здесь я больше что-то и не вижу ничего особо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Вот тут у нас что. Блин, офигеть. Куда я попал, ребята, а? Кто-нибудь скажите мне, как мне отсюда выбраться? А, я, по-моему, знаю, куда мы пришли. Мы тут были, это самое начало этих лабиринтов. Вон оттуда мы пришли, и вот тут спрыгнули вниз. Я еще спросил вот чувака вот с этого Bloodstain'а, кто тебя убил. Так, ну что, у нас остается один выход, туда вниз прыгать. Я не знаю, выживем ли мы после этого или нет, но другого пути я не нашел. Это я, по крайней мере, я тот еще Сусанин. Но натурально просто нет идей других. Давайте, пойдемте. Прыгнем. Посмотрим, вдруг живых останемся. Вон там, за ним, конечно, еще одна дорога есть. Но я туда не пройду просто. Он меня не пустит. Ни в какую. Там что-то хорошее лежит еще. Что вообще можно сделать-то? Ну, пофигу. Он даже не поворачивается. А ведь там что-то есть. Твою мать, да повернись ты ко мне, а. Давай, иди сюда. Не может. Не может он развернуться. Не знаю, может мне его убить на самом деле. Ну-ка, а с этим получше быть, не?
Я бы сказал, похуже даже. Ой, блин. И там что-то хорошее лежит. Давай сюда. Иди ко мне. Иди ко мне, женщина. Да он не поворачивается ни в какую. Ладно, плевать, давайте попробуем там спрыгнуть вниз. Если убьемся, то, по крайней мере, я уже буду более как-то осторожно, спокойно продвигаться вперед. Могу сказать, что это огромная какая-то локация, и я в ней просто натурально заблудился. Так, а тут у нас какой-то спуск вниз. Но там высота такая, блин, я не знаю. У нас 2000 душ, ну 2000 пофигу, не так много. Выживу, не выживу. О, так вообще, смотри. Ой, тихо. Ой-ой-ой. Так, за спиной никого? Никого. Я вообще отнимаю у него, нет? Да твою дивизию. Так, все нормально. Раз. Два. Раз. Блин, нет. Да ёлы-палы, это что ж такое? Что подвижет такая? Раз. Два. Так, ладно. Что пишете? Засада. Ну, я уже заметил, да, насчет засады. Камешки, опять же. Ну, камешков тут не так много выпадает, как упадало на предыдущей локации. Ну, ладно. Мне кажется, эта дорога ведет к самому сложному боссу в игре. Ну, то есть не к самому сложному, к одному из самых сложных, к флеймлуркеру. Я очень про него много наслышан. Использую болты на следующем враге. Ну, то есть стрелы подойдут, нет? Блин, да сколько вас тут? Готов. Камешки. По камешкам тут неплохо. Так, я перегружен. А что это такое вообще? Это похоже оружие какое-то, смотри. Так, что выкинуть? А чё я перегружен-то? Чем? Эквип Бурден у меня 41 из 47. Что тянет меня вниз? Кто самое слабое звено? О, блин, смотри, сколько камней некоторые весят. Так. Прям не знаю, что выкинуть. Ну, давай попробуем выкинуть... Блин, эти камни потом хрен найдешь. Вот у вас 5 штук выкину. На. Руки бога. Что такое? Это, я так понимаю, для быстрых классов. Блин. Что-то я опять уже уставать начинаю. Глупости совершаю. Да, ну бред. Так. Ну пусть остается, возможно, в будущем из нее и души как-то, возможно, будет что-то сделать. Но вообще, конечно, лучше бы камешки оставил. Ну ладно.
Сейчас, я думаю, нас убьют, потому что я там видел уже завесу. А с завесой наверняка босс. И мы выберемся из этого чертового места. По крайней мере, как избавление уже, воспринимая я это. Так, что тут все? Пойдемте к боссу. Так, тут еще что-то лежит, блин. Еще что ли одна? Я не понял. Или их две руки теперь? Да. В обе руки. Ой, это что такое было? Что-то сам по себе подскользнулся. Короче, кто хочет делать из своего персонажа боксера флаг в руке, я лучше как-нибудь по старинке мечом помашу. Так, трава. Трава — это хорошо. О, да, это точно. Я знаю, я видел ролик, как там с ним дрались. Там как раз вот такие колонны были. Я не думаю, что я его с первого раза победю, потому что это все-таки самый сложный босс в игре, говорят. Ну, один из самых сложных. Для каждого игрока свой босс самый сложный. Но, по крайней мере, буду стараться. Он очень быстрый. А я очень медленный. Да-да-да. У него морда на чужого похожа. Так, ну что, посмотрим, из чего ты сделал. Хрена себе. Хрена себе. Блин, да в тебя попасть вообще возможно, нет? Да, блин, лечись давай. Отлично. Блин, это просто какой капец. Отлично. Так. Тихо, дружок. Ты что, заглючил, что ли? Тупица. Ну-ка, а если по-читерски? Ну, ладно, можно так его победить, если будет совсем туго. Я не уверен, правда, что второй раз у меня получится такого загнать. Офигеть, да офигеть. Офигеть, я еще и в лаве. Да это просто что-то совсем какой-то нереал. По крайней мере, я так понимаю, не на этом уровне, да? Блин, я сейчас все аптечки потрачу на него. Нравится? Мне тоже не очень. Да твою мать. Что с тобой делать-то, ёлы-палы? Ё-ма-народ. Так, аптечек все меньше, круто. Давай, дружок.
потанцуем. Да блин, как я в тебя не попал, а ты у меня попал. Блин, да вылезает из лавы. Ой-ой-ой, вот это босс. Живой, живой. Все, травы нету этой. Да, елки-палки, да что ж такое? Блин, капец. Это какой-то капец, ребята. Так, ладно, ладно. Да без шансов. Только аптечки перевожу. А если так? Тихо, дружок. Вот тут бы скорость не помешала, а у меня ее нет. Да. Так, да, отцепись от него. Давай, давай, пошел, 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 пошел. Так, блин, место плохое. Да, блин, ты от него вообще хрен успеешь что сделать. Капец? Да, капец. Фу. Ну что, первый серьезный противник, по-настоящему серьезный, я просто пока ума не приложу, что мне с ним делать. Но я думаю, мне нужно сюда попозже будет прийти. То есть... Так, сейчас мне нужно разгрузиться. То есть нужно будет прийти к нему где-то, наверное, уровней так через 5, что ли. Ну, чтобы, короче говоря, прокачать выносливость, чтобы я побыстрее передвигался. Тут все упирается в скорость. Я не хочу его по-читерски, я уже увидел... что я могу его убить, тупо заперив стрелами из-за угла, он там зависает. Мне везет на такие хрени, я их постоянно нахожу. Но я не буду так пользоваться, никогда не буду так поступать, поэтому... Так, поэтому придется какую-то тактику выдумывать. Мы не ищем легких путей, короче говоря. Так, сейчас дайте собраться с мыслью, у меня в голове, блин, бардак какой-то после этого боя. Но вообще эту серию сейчас мы будем прекращать, короче говоря. Так, с этим хорошо. А, вообще мы на этом уровне в следующей серии, я думаю, пойдем. Только там уже к лифту ниже посмотрим что-то. Да как? Посмотрим, короче говоря. Так, ладно. Это все сложили. Тут тоже все нормально. You have a heart of... Так, ну и что? Я думаю, на этом мы прекратим эту серию. Нам в конце неплохо, так надо сказать, настучали. Но учитывайте, что это один из самых сложных боссов. Когда я говорю с кем-то про Demon's Souls, в первую очередь вспоминают его и людоедов. То есть двойной босс еще есть. Типа они одни из самых сложных, вот эти вот два босса. Так что, блин, мы с ним справимся. Не впервой. И не таких ломали, как говорится. Но как бы там ни было, все это будет в последующих сериях. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.